Чтобы нам опять не влететь, а мы влетели. Что же ее так с бочки-то тащит? Всем здорово, меня зовут Данил, и вы находитесь на моем новом видео по игре Motor Depot. И сегодня у нас будет ВАЗ-21213 Нива. Характеристика: масса 1 там, и несколько тонн, максимальная скорость 143 км в час, мощность 82 лошадиных силы, работа прицеп и заработок 2000 рублей. По прицепу мы с вами еще не катались, мы все с вами то таксовали, то ездили на грузовиках и на автобусах. Ну и сегодня поедем как раз, ребята, на Ниве и повозим с вами КВАЗ. Так, посмотрим, что есть. Перекрашивать мы ее что-то, я не знаю, что она у нас голубая, но у нас должна быть белая. Берем ее белую. И, значит, здесь смотрим. Ух ты, колеса можно взять, отлично. Точнее, такие диски. Багажник давайте второй выберем. Кенгулять не надо, как-то он сильно сливается. И вот это оставим. Так, дополнительный свет отлично берем. Дополнительный не надо. Так, это берем. Дефлектор капота. И получается... Спойлер, не надо. Тонировку давайте назад мы возьмем с вами. Так, берем. Да, тонировку берем. Сохраняем все изменения. И в салоне, ребята, я думаю, сейчас поставим... давайте положим очки. Наверное, все-таки я так думаю. Так, и корону. И давайте елочку хай висит. В прошлый раз были кубики, теперь елочка. Все, на этом не будем тянуть. Выходим. Вот, ребята, прекрасная Нива у нас такая. Сегодня будет работать. И мы с вами начинаем нашу утреннюю работу. Развозить квас, чтобы люди в обед в жаркий день смогли попить кваса, охладиться. Так, едем на завод КВАЗ. Недалеко он от базы находится, всего лишь в 100 метрах. Давай. Ну, что-то она не хотела ехать. Ладненько. Как раз посмотрим, поездим. И глянем, что из себя представляет данная Нива. Насколько она быстрая, что она вообще может позволить. И устойчива ли она? А то наши прошлые видео про москвичи, как вы видели, были не очень-то и устойчивы. Кто не видел, можете прямо сейчас посмотреть вот по аннотации на экране. Так, погнали. С прицепом нас, наверное, будет носить. Вот, скорее всего, нас уже... И не скорее всего, нас уже носит. Так что прошу заметить. Но я думаю, не сильно прям будет так его носить. А так... Не это, так, тормози. Еще и тормозов. Вот уже минус одной Нивы. Тормозов у нее нет. Так, у нас красный получается, да? Получается. Ну да. Зелененький. Давай. Мы, как обычно, уделываем все газельки. Вот даже бочка с квасом тоже уделывает газельку. Интересно, когда мы будем ехать на газельке, нас трафик будет уделывать? А то мы его уделываем. Так, проедемся, я, кстати, вам не сказал, по всем четырем маршрутам, которые здесь есть. Вот мы на первый приехали на ЖД вокзал. Как раз электричка приехала. И сейчас едем дальше. И будет у нас следующий маршрут куда-то там еще. Но это мы по городу ездим. За город мы никуда сегодня не поедем. Разве что в конце видео посмотрим, возможно, поедем проверять максимальную скорость. Ну, если нам, конечно, не удастся проверить ее где-то в пределе города. Потому что, ну, вот 120 по городу она может поехать. Мы это с вами увидели и убедились. Ну, пока вот такие вот маленькие расстояния нам не дают сильно разогнаться. Вот мы подъезжаем к нашему заводу кваса и берем новенький квас. Прям с завода такой свежайший квас для горожан города Серпов. Так, берем второй. 800 метров. Да, ну не так далеко. Ну там оно будет по нарастаниям. Там. Сперва там 300, 800, потом 1000. Уже на километр дойдет. Будем мы, конечно же, ездить.
Так. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе! Вот это нас сегодня занесло. Вот это нас занесло, конечно. Еще не хватало, ладно. Поехали. Вот это мне не нравится. Я же говорила, что оно прям заносится сильно. Вот сейчас мы убедились в очередной раз, что нас так занесло. Ужасно. Так. О. Нормально. Не, не носит, смотрите, дрифт. Дрифт на Ниве. Это причем не скользкую дорогу, не зимой, не в снег. Это просто у нас сзади нас бочка кваса. Просто вот так вот мы с ней ездим. Да. Ну ладно. Вот мы, кстати, приехали с вами в центр города и привезли очередной квасик. И... О, отлично. Правда, так вот припарковались, как мы, наверное, в реальности нас бы уже давно штрафовали, лишили бы всех прав, что только можно, да? Но и народ боялся бы... Нормально. Погнали. Пока нас тут всего не лишили. Зеленый. Вот, люблю, когда мы так ездим. Сразу нам зеленый. Мы вырываемся вперед. Снова до нашего завода квас. Получается, мы уже ездили два маршрута. Нам еще два и осталось. Там четыре маршрута. Как раз. О. Поедем быстренько, сразу, чтобы не петлять всякими тут окольными путями. Берем, кстати, завод, а то... Ну, я не потеряю, я же уже знаю, где это место находится. Так что и без навигатора мы с вами можем доехать. Ну, я могу. Не знаю, я же думаю, если вы довольно долго играете в Турдепот, можно, я думаю, запомнить некоторые места, в которые вы посещаете, довольно часто ездите. А тем более это место находится рядом с нашим спавном, с нашей автобазой. Поэтому, я думаю, его легко вообще запомнить и без всяких там навигаторов. Так. Паркуемся. Отлично. Давайте нам новые бочонки. Так, третий. Отлично. Вот мы берем, да, и бочки сразу, две бочки стояло. Вот мы одну взяли, да. А куда еще одна делась? Одна еще куда-то пропала. Так, на ваш конец города ехать, да? Ой, ой-ой. Ну вот, уже начинает знатненько носить. Уже нам это не нравится. Что-то может еще быть. Так, я пока заглядел на карту, у нас уже тут 10 раз перекачало, и наш квас может вообще вылиться куда-нибудь подальше здесь. Так. Чтобы нам опять не влететь, а мы влетели. Что же ее так с бочкой-то тащит? Стоит трошки нам повилять машиной, все, наша бочка хвостом туда-сюда ее разносит, вот можете видеть, и просто навстречку налево тянет и все. Мы так с вами, я не знаю, сейчас полсерпова подцепляем. Как бы не уже. О, видите? О! Опять. Это хорошо, если вот мы на обочину влетели и все. А тут. Мы же так сами ушататься можем на раз и два. Да. Конечно, езде по правилам и речи не идет с такой. Каким-то с таким управлением. Ну, кстати, вот звук стал немножко другой. Либо мы с вами уже разложили нашу Ниву, либо как-то что-то у меня с динамиками, и звук как-то мне по-другому начал удаваться. Вот послушайте. Мне кажется, если вам слышно, ну... Вот так вот. Ой. Ой-ой-ой-ой. Да. Теперь звук не то, что хуже станет. Теперь она вообще скоро заглохнет у нас, да, и мы будем телепортироваться в гараж. И все, что мы заработали, сколько там, 3000, да? Да что ж такое? Я не успеваю договорить, как оно уже, не знаю, на другой конец города боком меня тащит. Ужас. 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 Так, берем и снова с вами едем. Уже на последний четвертый маршрут. В надежде на то, что мы с вами не разложимся и нормально закончим серию. На нашей вот такой вот бесподобно какой-то там Ниве. Она оказалась еще хуже москвича. Ну, не хуже москвича, я имею в виду то, что... О, не, смотрите, на ней тоже так дрифтить можно. Но с бочкой поинтереснее, да, согласитесь. Давайте по дворам вот так вот, да. Попугаем народ, трошки, да. Бабок возле. Так, тут выйдем. Возле, ну, на скамейках, которые сидят возле подъезда. В принципе. Едем, едем.
Довольно далеко нас уже, видите, заперло. Уже почти 1300 ездим. Считайте, ну да, один конец города и другой конец города. В реальности бы, ну если город небольшой, конечно, я думаю, за час можно было доехать. Да, я думаю, в любом городе за час можно в конец города любой уехать. Ну, если без пробок, конечно, если с пробками там уже время пойдет на часы, а то и больше даже. То и больше. Я не хочу тут в пирожка врезаться, но как бы не хотел, мы сегодня уже эту Ниву нашу отбили просто все, что только ей можно. Так что я не удивлюсь, если она под конец серии у нас свянет. Как у нас это сделала, например, семерка, когда-то там, когда я ее записывал, там еще что-то. Я не удивлюсь, если так оно у нас, ребята, все будет. Нет, скорость мы только развиваем 120 км в час на 143 или сколько там было, пока не дотягиваем. О, опять нас ждут две бочечки. Одну мы забираем. Забираем одну, пропадает две. Мистика. А, ну это в конец города. Можем сейчас по прямой поехать как раз. Вот как раз мы обратно будем ехать по прямой. И проверим с вами максимальную скорость. 143 там или 145? Ну, я думаю, где-то 145. Не, 143, да, 143 км в час. Проверим заодно. Сейчас нам главное доехать. Хочу по правилам, но вот тормози. У меня тормозов вообще нет, смотрите. Аккуратно, ладно. Вот. Я, смотрите, я никуда не верчу, оно мне само влево. Влево с этой бочкой тащит, вот. А если я рулем вот так поверну, все, мы уже на обочине просто. Ай, ё-моё. Не, тут не то, что рулем не крутить, тут даже дотронуться до него боишься. Ну вот разве что только встречка ведет, со встречки вырулить и все. Больше руль не стоит трогать. Не, смотрите, а. Я тут уже боюсь ехать, даже 60 уже страшно. Сейчас улетим куда-то там за карту еще бах. И забагуемся, и тогда уже точно все будет. Ну тут мы можем резко. Нет, нас нашу жопу жига задела и опять сложила пополам. Не, ну это хоть не фура. Представьте, если бы это была фура, я вот так бы носила, да? Тут бы, наверное, уже весь город кричал давно. Все, мы закончили с вами работу. И пока будем доезжать до гаража, попробуем взять максималочку. 143. Погнали! У нас сегодня не пригород, не межгород, поэтому. Будем брать в черте города. Ну, что же делать? Проверить-то надо. Конечно, будут у нас такие вот препятствия, светофоры и бордюры трошки тормозить. Но мы будем стараться брать. Давайте. Все, тест проехали. До гаража у нас еще время есть. 140 и есть. Взяли. Давай еще трошки. Наверное, возьмем. Ох. Ну, я думаю, 143 есть. Засчитаем, да? Ну, 143, я думаю, взяли. Да, я думаю, можно будет взять. 143. А так сейчас, знаете, оттормозились неплохо. О, сейчас прекрасно тормозились, да? То вначале прям тормозили, тормозов не было. Паркуемся сюда. Глушим. Все. Ну что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать. Я лишь вам хочу сказать большое спасибо, что уделили внимание и заглянули на мое видео по игре Motor Depot. Если вам все понравилось, конечно же, оценивайте видео. Пишите ваши комментарии, комментируйте, критикуйте. Но меня звали Данил. Всем удачи, всем мира, всем здоровья. Ну и до новых видео. Всем, конечно же, пока-пока. И также ждем обновления.